И всем привет, ребята, с вами Ванёк220, и сегодня я снимаю такое необычное видео, как я буду идти в магазин и покупать всякие продукты. Точнее вкусняшки, поэтому будет интересно, у меня такого на канале не было. А потом я сниму, как я распаковываю вкусняшки и оцениваю их от 0 до 10. Да, и сейчас прямо я пойду в магазин. Вот, уже можем идти. Смотрите, вот дорога такая. Короче, будет очень круто. Машина проезжает. Итак, сегодня я покажу, как я буду покупать всякие продукты. Да, кстати, я сейчас покажу, сколько денег у меня в кошельке. Сейчас. Так, ребята, у меня 1000 рублей. Но я не все деньги потрачу. Что-нибудь на них куплю. Ладно, ребят, думаю, будет долго, как я буду идти. Поэтому я сделаю шаг и окажусь уже возле КБ. Раз, два, три. О боже, как же долго идти. Так хорошо, что я недалеко живу от КБ. Ладно, думаю, дойду. Надеюсь, еще запись у меня на паузе. Итак, я уже возле КБ. Давайте зайдем. Так, я сразу достану 1000 рублей. Чтоб они были у меня. Ну, как-то проникнуть в магазин. Ладно, я сделаю вот так. Кошелек. Спрячу телефон. Все. Ура. Я предлагаю все хеленом прибить. Пожалуй, сок. Так, возьмем что-нибудь красивое. Есть сухарики. Двадцать.
Антон, 4 баночки тебе несу, пожалуйста. Сколько? 4. Значит, ребята, вот накупился, столько много сдачи, капец, целые деньги. Ну, пока. Честно, так кринжово. Боже, я, наверное, поставлю на паузу. Итак, ребята, все окей. Значит, теперь хочу отправиться вот в тот магнит. Так, ну, погнали. Так. Погнали в магнит. Погнали, погнали. Я уже в магните. Итак, ребят, извиняюсь, что я не заснял, как я скупляюсь в магните, но думаю, про КБ вам было достаточно. Итак, ну, я тут накупил. Смотрите, вот это. Да, тут много всяких вкусняшек. И да, дома я засниму, что я пробую, да, вы увидите, будет очень круто. Ох. Поэтому заходите в мой раздел шортс на моем канале и там смотрите мое видео, оно скоро будет или уже появилось. Так, ну а я иду. Просто тут дофига всего. Ну ладно, ребят, думаю, тут можно будет прощаться. Ну, была такая походка в магазин. Простите, ну, получилось так, что я без друзей, без Макарши КП. Ну да, ну, я решил один. Не хочу никого звать. Ну, а с вами был я, у него 10.20. Смотрите мой шорт. Всем пока.